это Крафтвин! Мое имя Томас Лайт, и сегодня я покажу вам свое представление. Вот и отгремел очередной фестиваль «Студенческая весна» в Казанском федеральном университете. Позади месяцы усердных репетиций, и вот участники представили на суд зрителей и жюри по-своему яркие и не похожие друг на друга номера. Воздушные гимнасты, блестящая хореография, сильные голоса и хорошее техническое оснащение всего представления, Казанский университет доказал, что может поставить шоу такого высокого уровня и что на сцене Уникса возможно все. Шанс попасть на сцену Уникса достался далеко не всем институтам, и борьба за право выступать на гала-концерте в последние месяцы была активной. В основу концерта был положен сюжет из популярного сейчас фильма «Величайший шоумен», героем которого является реальный человек Финиас Барнум. А в сюжете «Суд весны» это Томас Лайт, который так же, как и Барнум, желает успеха и славы. Организаторы постарались сделать так, чтобы эта история смотрелась органично и вписалась в тему «Суд весны КФУ». По решению судей, первое место в малой группе институтов Казанского федерального университета занял химический институт имени Бутлерова. В средней – институт вычислительной математики и информационных технологий. А в большой группе институтов первое место занял институт управления экономики и финансов. Здесь есть победители, но нет проигравших, потому что в творчестве проиграть невозможно. Вы все талантливые, креативные, и для нас вы самые лучшие. Гран-при фестиваля «Студенческая весна 2018» получил Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Гран-при фестиваля «Студенческая весна 2018» занял Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. Ваши бурные овации Институту филологии и межкультурной коммуникации. Во время представления телеканал «Универ ТВ» вел прямую трансляцию. Альбина Нуриева, Ленардо Влетяров, «Универ Ньюс». Ой, бахай будешь, как мой однокурсник! Ой, баха!